Поиграем в докторов. На детсадовской площадке малыши играли в прятки. Воспитательница вдруг собрала детишек в круг и сказала: «Детвора, к нам приедут доктора!» Что случилось? Что за крик? Разбежались дети вмиг. От испуга Нина с Элли влезли прямо под качели. Ваня за кустом дрожит, Стас под лавочкой сидит. Отовсюду слышен рев: «Мы боимся докторов!» Вышла няня и сказала: «Обойдемся без скандала. Мы сегодня, дети, с вами тоже будем докторами. Ведь игрушки заболели и лежат у вас в постели. Вот Егор несет зайчишку, говорит, набил он шишку. Тащит Эля обезьянку. У нее, кричит, ветрянка!» Прибежала с куклой Нина. «Ой, у куколки ангина! Где же доктор, подскажите? Кто же доктор, покажите!» Сделал Ваня шаг несмелый, натянул халатик белый, сел на стульчик и сказал: «Кто врача, скажите, звал?» Добрый доктор наш Ванюша осмотрел больных, послушал, ставил градусник под мышки, обезьянке и зайчишке, кукле выписал таблетки и лечебные конфетки, всем по витаминке дал и здоровья пожелал. На детсадовской площадке малыши играют в прятки, не дрожат и не рыдают. Почему? Кто это знает?